Киара, ты что, защищаешь детей, что ли, не пойму? Она вон и на август, она же никогда так себя не вела. Я так понимаю, что она защищает детей. Мне так кажется, но я не знаю. Хабиб что-то полезала. Ну что у вас разборки-то? Да он сейчас на всех крысится, он не понимает, что происходит. Иди домой, малыш. Иди, ей тяжело с двумя сразу смотреть. Август, ты чего там? Сдурел? Киара. Ой, глупый ребенок, иди домой. Вышел под дождь. Я вам там тепло включила, ну. Yeah.